Давай. Открой, ёб, все богатый. Здравствуй, привет. Дорогой. Привет. О, пол-литровый. Ты что, ты на землю, бля, положил? Да, что там? Давай, что, помоги. Что там? Эти. Что, Юр? Вот, минералку, вот. Где? Че? Давай. У меня одна рука свободная, да? Давайте мне. Давай, вот тоже. Ой. Все? Так, минералку сейчас я возьму тоже. Все, водку пить? Да. Давай мне сюда. Давай, давай. Чего? Вон. Давай еще. Сумку давай. Привет. Большая. Цветочки. Сварила. Я говорю, ты знаешь, сколько это стоит? Это у тебя, вот у тебя и в музее, в каждом парке. Куда срать? Чисто это. Так, кто автор? Назовите мне. Вебер. Ничего себе. Это что? Это подлинник, подлинник. Вот это класс. Сашуля, ну-ка поднеси мне, я зафиксирую. Вот его это. Ну-ка. Вот и музей тебе еще будет представлять, как будет. Сашуля, держи. Просили это. Да, Юлька, тебя потомки замочат. Да, что? Замочат или замучат? Замочат. Замочат за картину. Сначала замучат, а потом замочат. Блядь, кирпичи. Да, у них сегодня вот. Очередь. Зачем все в дом-то? Здесь у вас хорошо берет. Да. Сейчас будет звонить. Че, все ждут, когда я его открою, я только не выпью. Юлька, открой. Да. Ой, вот это и есть. Смотри, какой классный. Дай мне я светить. Сама, да, на. Я буду резать. Ты умеешь, на. Давай. Это точно медовый? Да. А чего он сделан? Из меда. Из муки. Из яиц. Из сахара. Упаковки, я сразу говорю, упаковки не могут сгущенка, делать. Сгущенка, в первую очередь. Вот это да, фантастика. Я так и режу профессионально. Да? Никто не сомневается. Вот это вот, да. Ничего не сладкого не делать. Готово. Приступаем. Сдавай, девочка. Ходи. Мальчики сами возьмут. В камеру. Девочкам и мальчикам. Ну и мальчикам, да. Мальчикам в первую очередь. Мальчики цветы жизни. Мальчикам побольше. Спасибо. А ложечки, кстати, я не принесла. Соль не принесла, ложки не принесла. Что, ложками ты показывала, как это на паспорт получилось? На паспорт. А, нет, не показывала. А я тебе что, плох, не дала? А? Плох? Да я не знаю, это прямо кого-то ни разу это не видел. Камеру. А, серьезно, глаза испуганы. Так, милочка моя, он же, она же впервые на паспорт снимается. Ну, да. Вспышка там сильная, очень сильная вспышка есть. Я ей на память отдал это свидетельство о рождении, где она там Сидорову переправляла. Выведено. Я говорю, ты и кто хоть, ну так, профессионально, да и кто он так это было провести. Она стирала, стёркой ты стирала? Да, сначала раз стирала, а потом стёркой. Нет. Да, нет, я не знаю. Очень хорошо оценки вводили. Всё, всем раздала. Да. Ну, это ложечки, профессиональный, ложечки, старый способ. Ложечки дома. Вот такой. Я сейчас это принесу. Секреты чистоделов. Да. Но я потом держал два дневника.
Молодец. Один для этого. Слушай, ты не еврей? Нет. У меня польская чуть-чуть есть. Польская? Замашки еврейские. У тебя украинская? Ну, где-то украинская, где-то белорусская, паренка. Хохлы меня называли, да. Хохлы меня в армии у нас, кажется, пришли, они называли в переводе маленький поваренок. Но я сразу им начал по башке давать. Кух пирог, да. Кух по-немецки пирог. Ты придавил, у меня все задница. Тихо, шевелись, ты что хочешь? Пять! Ну шесть сделаешь точно! Да. Нет, так ты. И у них вера это прям себе. Нам будет еще культуру поднять, да, образование чуть-чуть, чтобы людям объяснить, что хорошо, а что плохо. Потому что в колхозе сидит, она что же, она кроме метлы ничего не видит, а тут колдун приехал. Да сейчас тут все уже. Но сейчас это да. Культура у нас, конечно, да. Это что? Что тогда Яцков сказанул? Юльке, я вчера спрашиваю, говорю, это вот мы когда завели. Яцков не сказанул, он сказал. Вот. Я говорю, Юль, ты это, Бога-то веришь? Он говорит, верю. Ну, я говорю, а я атеист, ну... говорю, коммунист, мне, говорю, нельзя. Я говорю, а какую свечку держать? Можно сказать? Ну. Я говорю, вот Ельцин показан, она говорит, правый. Я говорю, неверный ответ, неверный. Вот Ельцин тоже правый держал, но ему сказали, ты что, старый этот, пришел ты это. Держит левый. Она, почему? Я говорю, потому что правый крестится. Вот любой это тебе скажет. А у нас вот доходило, да, все Бога верят. Вот Ельцин вошел, когда его там показывают, первый-то начал. Он правый, а ему там вот подсказывают, ты влево крестится, он, крестится, и подпер. От пупка, значит, это не так.